На сегодняшний день на учете в Харцизском отделении фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве состоят 60 человек, которые нуждаются в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях. Решить эту проблему, как, впрочем, и многие другие, помогает Россия. При содействии предприятий Министерства труда Российской Федерации в сентябре текущего года 14 инвалидов труда в Харцизске получили так называемые вспомогательные средства реабилитации, то есть металлические костыли и трости. За счет средств фонда соцстраха по договорам, заключенным в 2016 году, 19 человек были обеспечены ортопедической обувью на сумму более 120 тысяч рублей. В отделении фонда состоит 60 человек, пострадавших на производстве, которые нуждаются в средствах реабилитации, в протезах, ортопедической обуви, в костылях, тростях. Значит, на сегодняшний день протезировано 6 человек, получили ортопедическую обувь 19 человек и 14 человек получили костыли и трости. Вот, все изделия изготовлены Донецким ортопедическим протезным заводом, вот из деталей, которые нам поставляются из Российской Федерации. Владимир Савчук рассказал, что на 2017 год запланировано обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации еще 16 харцизян, инвалидов труда.